Прикосновение к поэзии, тонкому художественному слову и внутреннему миру зарубежных писателей прошлого. В мир прекрасного окунулись участники открытого городского литературного конкурса чтецов и писателей на иностранных языках «В мире пера». На сцену актового зала школы номер 16 вышли юные чтецы и исполнители на разных иностранных языках – английском, французском, испанском, немецком и китайском. Любовь к творчеству и литературе объединила учеников с 1 по 11 классы из разных учебных заведений. Организатором мероприятия выступила школа иностранных языков LBI School совместно с 16-й школой. Мы хотели бы сказать огромное спасибо 16-й школе, да, Юлии Андреевне, да, за предоставленный актовый зал, за помощь, за содействие. Вот, мы считаем, что мероприятие получилось очень даже успешным, и что мы принесли пользу не только, скажем, детям нашей школы или школы 16, но и всем детям города. В языковой школе LBI School можно изучить 5 иностранных языков – английский, французский, испанский, немецкий и китайский. В LBI School ребенка подготовят к олимпиадам, государственным и международным экзаменам. Среди педагогов школы есть и носители иностранных языков. Литературный конкурс чтецов LBI School проводит впервые. Для учащихся это отличная возможность продемонстрировать свои лингвистические знания, развить смелость говорить на иностранном языке перед публикой и даже проявить талант автора и переводчика. Заявок поступило много, поэтому конкурс проводили в течение 2 дней. Today carpet rich and rare beneath the trees without a care. Content to sleep the work well done. На конкурс ребята заявляли и свои собственные сочинения на иностранных языках и самостоятельные литературные переводы. Евгения Алексахина, ученица 6 класса 2 гимназии, выступила со стихотворением, посвященным родному Сарову. У меня было произведение «My Dear City of Sarov», которое было написано моим репетитором. Очень спасибо ей. Вот. Наверное, участие в этом конкурсе будет стимулом двигаться дальше. Чтобы выступить на сцене, нужно тщательно и усердно подготовиться, выучить текст, перебороть волнение. За каждым выступлением стояли долгие часы репетиции и кропотливой работы. Тем более, что многие ребята выступали с очень сложными текстами. Но для воспитанников LBI School изучение языков не тяжелая обязанность, а увлекательное приключение. Игры, разговорные клубы, медиа – все это делает занятия интересными и захватывающими и выгодно выделяет студию LBI School. Полученные в языковой школе навыки не остались незамеченными. Учащиеся LBI School креативно подходили к своему выступлению. Делали мультимедийное сопровождение, включали театральные элементы, подбирали соответствующие костюмы. Я рассказывала стихотворение Элси Бартер «Листья». А как ты выбрала именно это стихотворение и почему? Мне учительница Алиса Вячеславовна предложила несколько стихотворений, и я выбрала именно это. Оно описывает именно такие сильные чувства, как красота природы, любовь к ней. Сегодня получилось хорошее выступление. Я читал стихотворение Роберта Луиса Стивенса «Bed in Summer». Как переводится? «Спать летом». А о чем это было стихотворение? О том, что как бы неохота вставать зимой утром, когда еще темно, и как обидно ложиться спать летом вечером, когда еще светло. Поддерживал участников и дарил позитивное настроение ведущий мероприятия Лев Першин, ученик 10 класса школы номер 16. Молодой человек тоже занимается иностранными языками, английским и французским. Такой опыт выступления в качестве ведущего у Льва уже не первый. Пригласили меня спонтанно, меня позвали ведущим. Я сразу же согласился, почему это классный опыт. И, как оказалось, да, это было очень здорово, мне очень понравилось. Когда ты ведущий, ты параллельно следишь за светом, за музыкой, за звуком, за том, как расставлено все, нужно расставлять, спросить, как говорить, что говорить, как правильно говорить, все-таки иностранный язык. Мне очень нравится французский язык, он очень красивый, сразу про любовь. Je suis allé au marché aux oiseaux.
Открытый городской литературный конкурс чтецов и писателей на иностранных языках «В мире пера» объединил творческих и креативных людей, выявил юных талантов, дал ребятам возможность раскрыться по-новому и сделать шаг к своей мечте. Меня всегда очень интересовали другие культуры, весь мир. Плюс моя мама учительница английского, поэтому мне было легко влиться и полюбить его еще больше. Я недавно смотрела интервью Борхеса, в котором он сказал очень интересную вещь об английском языке, что это язык, одновременно совмещающие в себе слова из разных групп. То есть, например, Holy Spirit – это латинское слово, а Holy Ghost – это уже пришло из германских групп. И это разнообразие в английском языке меня действительно очаровывает тем, что он совмещает в себе очень много разных черт, разных культур. У меня, в принципе, предрасположенность, наверное, к языкам, и поэтому мне очень легко учить иностранные языки. То есть я изучаю не только английский язык, и мне очень нравится. А еще какие? Изучаю я еще корейский язык также углубленно. И все. Ну и французский язык изучал тоже в школе. Все участники, призеры и победители конкурса получили подарки и дипломы. Если вы хотите сделать изучение иностранных языков не скучным и увлекательным, то добро пожаловать в языковую школу LBA School по адресу улица Садовая, 68, корпус 1. Телефон 8 930 687 97 99.